Про железо мы с вами поговорили. Забыла сказать про камни, окатанные водой. Если вы не можете поехать на строительный рынок, хорошо. Есть вариант на Wildberries, Озонах тоже появились. Называется это камни для бани. Там прям написано, что они речные или морские. То есть они уже как бы окатаны водой. Единственное, что они будут помельче. То есть прям совсем больших, вот как я сказала, полностью кисть руки и больше, я не нашла. Но вы из всего, что найдете, выбираете максимальный размер, который есть. Продаются они мешками по 5, по 10, по 20 килограмм. Если берете большие, старайтесь, чтобы это была доставка за нос в квартиру, конечно же. Вот, и мы уже много раз для моих клиентов заказывали, это нормальный вариант, просто они будут поменьше, они будут там не со всю кисть руки, а как-то там, ну, они будут разные в этих упаковках, но они тоже прекрасно работают, и вы тоже можете усилить их силу с помощью краски, покрасив их в цвет сектора. Если я найду какие-то ссылки, работающие на... где я покупала или что-то, я под видео прикреплю. Ну так вы, в принципе, можете найти. Главное, смотрите, нам нужны камни речные или морские, обычной породы. Нам не нужны какие-то из каких-то специфических, там, белого цвета, там, из мрамора или черного из чего-то, там, какой-то шунгит или что-то еще. Я не очень хорошо помню эти все названия, но нам нужны обычные, самые обычные камни. Вот вы на море приезжаете, вот на... Черное море приезжаете, вот лежат вот эти вот булыжники, вот не понятно, такого серого, такого серовато, такого буроватого, коричневатого цвета. Вот нам вот такие самые обычные нужны, не нужны нам какие-то там зеленые или еще что-то. Вот самые обычные камни, морские или речные, окатанные водой, скругленные, стараемся. Бывает камни с острыми краями, да, если у вас где-то есть уже заначка таких камней, они где-то у вас лежат, или вы можете их... бесплатно где-то достать. Это для нас не очень хорошо, что они все угловатые, но если у вас сейчас только такая возможность, и они у вас уже есть, кладите их тоже, они уже будут утяжелением. Они все равно своим весом вам будут помогать работать с энергией правильно. Просто если вы покупаете, то старайтесь выбирать окатанной водой скругленной. Вот так, друзья, я вам рассказала, как откорректировать сектора тока. Все это дело мы прячем в мебель или красиво раскладываем, чтобы наши гости не понимали, для чего это. Потому что, чтобы вас не обесценивали, если вы хотите поделиться информацией, вы с гостями делитесь. Если вы не хотите, вы не делитесь. Поэтому вам надо как бы их замаскировать. То есть спрятать куда-то в мебель. Также вы можете какую-то из металла, какую-то стоечку сверху, может быть, типа столешница, или какая-то зонтничница, или вы можете спрятать в кашпо такое высокое, вниз туда положить камней, а сверху будет уже горшочек, в котором растет цветок, и никто никогда не увидит, что у вас там лежит. Вот, даже муж не узнает, если вот так в кашпо спрячете. Единственное, если он только захочет его подвинуть. Поэтому мы стараемся наши коррекции прятать, ну, от посторонних глаз, чтобы нам не обесценивали то, чем мы занимаемся. Еще раз подытожу, в формуле я назвала суммарный вес по каждой зоне. То есть если вы добавляете металлы, например, 50 килограмм вы хотите в зону положить, и 15 килограмм вы купили гирю, соответственно, вы кладете 35 килограмм камней. Тогда 35 килограмм камней плюс 15 килограмм металла, вот у вас сектор будет 50. Каждый сектор своего веса следите за формулой. Сегодня я вам рассказала, как утяжелить сектора оттока. Это самое важное. Не гонитесь за притоком, не гонитесь за севером, коррекцией севера. Самое важное и первостепенное – это утяжелить отток, сектора оттока. И еще один момент по технике безопасности. Когда вы купили гири, принесли камни, или вы купили на металлобазе что-то, или на Авито что-то купили, вам нужно их почистить. У нас есть несколько вариантов очищения этих артефактов. Во-первых, вы заодно можете почистить квартиру 5 элементами, ссылочку сюда выведу на мое видео. Также вы можете почистить квартиру и сами артефакты конусами, ссылочку на конусы я сюда выведу, или в описании все будет. То есть вы можете положить камни, гири, поставить рядом конусы, зажечь,
они погорят, и это вам почистит артефакты. Также простой вариант, который есть почти в каждом доме, вы можете поставить свечи, несколько свечей рядом с нашими металлами и камнями, зажечь их и оставить на несколько часов или час, сколько вы можете за ним присматривать, и вот оно у вас постоит, вам почистит. И, конечно, перед коррекциями и после коррекции несколько дней вы стараетесь делать очищение пятью элементами или зажигать конусы, или зажигать волшебную микстуру на юго-востоке. Мы же с вами Васту-карту построили, то есть вы знаете, где у вас юго-восточный сектор. Вы можете зажигать волшебную микстуру, ссылочку на волшебную микстуру будет либо здесь, либо в описании, как ее приготовить. И вот вы ее приготовили, вы ее в юго-восточном секторе поставили, она горит, и в этот момент вы раскладываете, например, камни, либо вы их красите. Вот. Это очень благоприятно, если же вы взялись утяжелять сектора оттока минимум на 50 кг, вот эти юг, юго-запад, запад 30-35 и сюда 15-20, если вы все эти веса планируете разложить, то желательно вам на юго-востоке волшебную микстуру зажечь. Перед этим действием также можно еще несколько дней до и можно несколько дней позже, хуже не будет, это ваша техника безопасности, чтобы турбулентность во время коррекций, чтобы вам очень мягенько все прошло. Если вы не смогли сделать волшебную микстуру, окей, тогда делаем очищение пятью элементами, тоже накануне, в этот день и, например, несколько дней позже. Если вы не смогли сделать волшебное очищение пятью элементами, окей, делайте конусами накануне, в этот день и несколько дней позже. Эти все действия, они смягчают турбулентность во время коррекции. Во время коррекции перестраивается энергия с негативного движения против часовой стрелки, она двигалась. Когда вы делаете коррекции, она будет потом двигаться по часовой стрелке. Но вот этот момент перестроения из одного положения в другое положение, поворота, она будет, турбулентность будет кидать и немножко штормить как бы энергию, и вся семья, все проживающие будут это чувствовать. Чтобы этого не было, у нас есть три инструмента. Волшебная микстура, правильно сказала, волшебная микстура, очищение пятью элементами и очищение конусами. Выбирайте любой для себя вариант, но я вас предупредила, друзья, это важно. Вот важно формула по металлам, по утяжелению соблюдать пропорцию, и важна техника безопасности. Аккуратненько с этим. Поэтому самый простой вариант, если вы прям совсем ленивы или не можете там себе позволить, времени не хватает, окей, конусы. Где приобрести, я скину, вот, если вы из очищения пятью элементами не можете сделать все шаги, окей, пройдите один круг со свечкой молитвой, не можете 5 сделать, окей, сделайте 1, сделайте 2, пройдите со свечкой один круг и пройдите, побрызгайте святой водой просто водой с добавлением соли. Это тоже будет работать. В общем, посмотрите мои видео про очищение пятью элементами, про конусы и про волшебную микстуру. Посмотрите, что для вас проще всего сделать. И сделайте хотя бы что-то, хоть немножечко. Это уже вам поможет избежать вот этой турбулентности во время перестроения энергии. Все, друзья. С каким-то я каменным лицом сегодня вещала, но я думаю, что вы не расстройтесь, это очень важные вещи, и мне как бы сложно тут, то есть это действительно важно, и вообще такую информацию простым, понятным языком в интернете вряд ли вам кто-то расскажет, а я решила поделиться, потому что это гораздо важнее, чем закладывание синей бутылки на западе, или коррекции севера, или коррекции какого-то притока, чего-то такое, или там закладывание рубина в центр. Это все второстепенно, то есть самое главное у нас это утяжеление секторов оттока. А с вами был канал ArtVastu. Не забудьте подписаться на мой канал, чтобы не пропустить новые видео. И до новых встреч!